Привет, привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, а мы остановились у реки Кимзелки в игрушке «Черная книга». Идем с Василисой с пивоварами разбираться. «Какая свадьба без пива?» — сказала Вася Николаю и потопала к реке, где варят пиво. Кто-то навел порчу на свадебное пиво, представляешь, что варили у реки? Может, обдериха замешана, но это еще предстоит разобраться. Ни былиночки, ни песни не послушали, но где-то же... наверное, попоем. Может, что узнаем. Ладно. У реки мы замечаем бледные головы утопленников, выглядывающие из воды. Они иначе поджидают беспечную жертву, чтобы утащить. Они как крокодилы, да? Выставили только глазки их видны. Наблюдают. Ну, а мы-то сразу заприметили их. Можно напасть, можно в карты с ними поиграть, можно поговорить. Ну, давай попробуем поговорить. Поняв, что их заметили, нежить лениво скрывается под водой. Ха! Скрывается. Нет, постойте. Нет, это еще не все. Мы будем караулить. У нас времени много. Вы прячетесь в стороне, и вскоре утопни возвращаются на свой пост. Вернулись, родимые. Ну все. Вы открываете книгу и читаете первый заговор. Вот, и дедушка мой со мной, дедушка. Ух ты, порча на меня, да? Это еще что? 16 урона? И порча? 16 урона и порча? Вы что, очумели, что ли? Дедушка, где твой сглаз? Егоров сглаз. А, так смотри, Егоров сглаз плюс. Плюс. Егоров сглаз плюс. Дает урон и еще сглаз добавляет. Давай, дедушка, давай сюда. Что ж мы будем делать-то? Что делать? Защищаться будем. Вася, Василиса. Крепость, иди сюда. Благословение, нам нужно как можно больше защиту поднять. 11. Ну, это уже что-то, но мало. Ну, что делать? Дальше село, дальше песни попоем, и все будет хорошо. Завершить ход. Стукни его как следует. Ух, как повело его. Блин, ну больно-то. Больно, нас будут бить, больно. Больно, 45, ничего себе, плюс один. Так, этот защиту уходит, да? Ну, ладно. Вот этот меня интересует. Нам нужно как-то будет защищаться. Складное. Защитимся. Это все снимем. Сюда моря глубины. Шандарахнем его немножко. Три на 4, 12, неплохо. Ну вот у него, конечно, броня сейчас будет. Это плохо. И порча слабовато бьет. Слабовато порча бьет, но ничего. Ничего, чего они будут? Чего они удумали? Бить будут.
Так неплохо прям бить будут. Три порчи, добавим еще 5-8. Не помрет, гад. Не помрет. Ну, что делать? Что делать? Давай-ка это... Аминь добавлю. Порча пойдет. Хотя, наверное, нет. Да давай урон все-таки сюда пускай идет. Небольшой, но пускай будет. Ну, представляешь сейчас, как нас будут бить? 16 и 13. Огромный урон будет нанесен. Ладно. Без травы будем. Без травы будем сражаться. Так, ну с этим мы прощаемся, его больше нет. Его бы исключаем из нашей компании. Здесь 12 нам говорят, да? 12. Сглаз. Ну блин, тут белая карта помешает немножко. Ну ладно. Одиннадцать урона. Колдун. Складное порча. Кстати, надо будет заменить все свои карты с порчи. Ну, если деньги, конечно, позволят, накупить этой каркушки, чтобы она была. Ну, давай смотреть, чего там. Блин. Ну, давай так. Порча. Ну да ладно. А еще деда забыл. С дедом мы бы решили. Ну что ж, я не посмотрел, а? И дед ничего не сказал. Да давай, порча его добьет, да и все. Лютая. Взять два слова. Использовать мгновенно. Минут. Ну, это тоже хорошо, да? Крепче стали. Взять и добавить летучее. Крепкое. Надо как-то проверить, как это все выглядит. Ну, давай, крепче стали возьмем. Ух ты! Ярмарка! Ярмарка, да ты что? В ярмарку мы, конечно, пойдем. В ярмарку мы сходим. Что здесь-то? Ну что ж, дедушка, пойдем посмотрим. Ярмарка в Заболотной. Слышал, что сегодня торговцы будут в деревне этой. Пойдем. Несмотря на поздний час, торговля продолжается, и вы еще можете успеть купить что-то в дорогу.
Да. Ну, как обычно. Мы с ярмарки что начинаем? В ярмарке. В картишки переброситься с этими ребятишками. Картишки. Картишки увлечены очередной партией в дурачка. Сразу на полтинчик, чтобы не тянуть. А их тут трое, на троих, ничего себе. Архип, Коробейник сел играть. Да ты что? Ты же весь можешь товар проиграть. Коробейничек. Козырей у меня нет. Замечательно. Архип ходит на Василису. Архип, ты чего? Чего ты сразу на меня пошел? Ну, давай попробуем бить. 10. Бита, а ты что скажешь? Карабинник. А, это союзник. Подожди, это союзник. Вы играете только в случае вашей победы и победы союзника. Вы выиграете только в случае вашей победы. Ага, так подожди, это мой союзничек. Так, ладно, Вася. Ну, знай, Коробейник, я надеюсь, что у тебя там есть козыря. Валить надо кого-нибудь, Ладно, это, конечно, тяжелей. Шестерка, допустим. Ну, нет ничего. Блин. Обалдеть, чего заходит-то? С чего заходят-то? Девять. Валет. Девять. О, вот это мы им накидали, слушай. Король. Блин, у меня ничего нету. Вальты все ушли, кроме козырного. Все. Замечательно. И что? Взять. Да ну ладно. Ну чё, конечно, берем. Что еще мне остается? Я нагреб просто карт вообще. Дама. Подожди. Дама и король. Блин, значит, у него дама пиковая, король крестовый, дама бубовая будет. Блин. Я ничего не сделаю. Я могу ему отдать всех тузов. Ничего это мне даст. Если я восьмеркой побью, он кинет даму, правильно?
Ну, давай попробуем. А, девятку даже кину. Туз. Ну, что делать? Подожди, у него дама пиковая и король крестовый, правильно? Всем. Всем. Берет, берет, забирает. Значит, я вываливаю тузов. И последняя дама. О, блин, как-то вот это вот с этим самым карабинником-то тяжело. Ладно, там за себя отвечать еще ладно, а теперь с карабинником. Ну хорошо, что победили. Продолжить. Продолжить. Так, книжник. Какова твоя мудрость? Да ладно, давай покажи мне что-нибудь. О. Если враг погиб, нанести всем оставшимся врагам 6. Да ладно, пока не буду ничего у него брать. Покупай, карабинника посмотрю. Амулет. Он не есть, не пить, не про... Ого. Так, что-нибудь новое сразу. Обратим внимание. Это хорошая, но дорогая. Откуда у тебя трава? Откуда у тебя трава? У карабинника все может быть, наверное. Так, что-нибудь сразу спорчее поищу. Набожность. Усиливает статус разложения на 1. Яд, благословение... Пырь, шипы, набожность. Принц. 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 Какой принц? Принца у уроков. Эти фигурки то самый окаянный и слепил и в землю спрятал. Получите плюс 3 порчи в начале сражения, усиливает статус порчи. На черта оно мне нужно, а? 3 порчи я получаю и порчу против него. Ну тогда уже вот, птица гнили у меня есть. Спасибо. Зачем мне другое? Не-н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 е. Греховный туз, это хорошо. Да ладно. Не, ну тогда, наверное, ничего не буду покупать. Ничего, травница. Травница, 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 травница. Полностью поглощает урон от первого. Вот это вот куплю сразу же. У меня сколько такой уже? 2 травки есть. Ну ладно, пускай нет. Сглаз на противника, хорошо. У меня полыни нету? Одна всего лишь, да? Это возьму, это возьму. Боровяк. Хорошо. Че, без денег мы куда-нибудь пойдем? Без денег куда нам идти-то? Ладно, хватит, наверное. Хватит, наверное, закупились достаточно. Довольно. А тут еще что ли? За болот? Там, ну ладно, ну пойдем сходим. А, песенки, песенки послушать. Ну пойдем и вылечимся как раз. Пойдем, пойдем. Вы слышите протяжные звуки давно известных вам песен.
возле избы на заваленке все... Вы садитесь на заваленку и растворяетесь в тягучей песне. Что-то я прям аж заслушался, отключился. Ну вот, вот и хорошо, вот и хорошо, вот и пошли в село Покчу сходим. Нужно узнать, где именно пивовары поставили котел. Не всю же ночь вдоль колвы шастаться. А это уже основное задание. В общем, пойдем. В засыпающем селе жизнь идет своим чередом. Крестьяне уже вернулись с полевых работ и наполняют Покчу отблесками загорающих лучин в высоких окнах. Торговая лавка еще не успела закрыться на ночь. Ну, не знаю, мы можем все сделать. Давай сначала расспросим крестьян. Крестьяне охотно отвечают на ваши вопросы, когда узнают, что вы та самая знаткая сватья. По словам покчинских крестьян, их повседневная жизнь лишена частых встреч с чудесным. Все только посмеиваются над мужиками, что варили пиво. Мол, работники так увлеклись своим делом, что и черта увидели. Ну да, надегустировались, наверное, надегустировались, оно и понятно. Знаткой сват. Колдуна обязательно на свадьбу звали старшим дружкой. У нас колдуны невесту высватывали. Вот как-то отправили родители по невесту соседа своего. Пошел он в полночь огородами. Его нельзя видеть, иначе свадьбе не бывать. Как узнают, так и испортят свадьбу. Семья и будет, а лада в ней никакого. Оберегать надо свадьбу от сглаза и порч. И знал он, что слов нельзя много говорить, а правильные слова только колдуны знают. Вот постучал колдун в дверь, и хозяева за порог пустили. Сел он на лавку двери, а в угол варежку свою поставил, хотя и лето было. Родители девки сразу смекнули. Ее за печь выгнали. Колдун-то за стол прошел, говорит, у нас есть баран, у вас есть ярочка, нельзя ли им сойтись? Родители-то сказали, нужен ли вам, нам ваш баран? Да нет, они сказали по-другому. Родители отказали, хотя согласны были. И во второй раз отказали, и в третий. Колдун смекнул, что в избу-то не напросился, а за матицу перешел. Попятился он спиной за дверь и вышел, варежку с собой прибрал. И снова постучал. Тут уже все ладом сделал, напросился. Согласились родители, через месяц и свадьбу сыграли. Это первая часть былиночки. Угу. Ну что, торговца посетим? Ха, торговца посетим. Чего у него тут у торговца, чего у нас нет, а? Ну что у него тут есть, чего у нас нет? Обломок стальной косы. Ну, плюс защите словам. Ну, это, в принципе, даже неплохой обломок-то. Ну, денег-то все равно нет. Можно, конечно, понапродавать. А чего вот это с фотографией-то я из Оливара хожу? На память себе оставил? Ее что, продать нельзя? Пользы от нее-то у меня нет. Или может где-то она пригодится, я уж не знаю. Ах. Ладно, пускай пока. Заглянем в церковь. Вы шепчете молитву и переводите дух. Зачем мне переводить? Я все и так здоров был. Все. Вы шепчете молитву и переводите дух. Ну все, найти пивоваров. Вы легко находите дом тех крестьян, что варили пиво, но изба кажется опустевшей. Вы заглядываете в приоткрытый голбец и замечаете там мужика, крестящего склянки и бочки. Тот вздрагивает от вашего оклика. Господи правый, ты че стращаешь-то? Чуть дух не испустил. Так я стучала, ты не слышал ли че ли? Я от Свадибжан, за пивом. Свадибжаны ждут. Они доварили мы пиво, ясно тебе?
Невеста бесячая, все это знают. Вот и к нам пришли вострохвосты. Ай. Уже все знаю, да, про бесячую невесту, про баньку. Еле ноги унесли, господи правый. Ингредиенты, дай бог, отмолю. Мы сусло-то сварили, потом хмель с ним в котел забросили. Ингредиенты, говорит. Все с божьим словом, да как полагается. Фунт хмелю на пуд солоду. Ну и тут явился бес сатана, господи помилуй. А вы много пива попробовали, а? Окаянный. Расскажи, какого нечистого видел. Порчу кто-то навел, не иначе. Как мясной комок, да все зыркает на нас. Но мы бежать? Так все и оставили. Часть-то сварили, так подойти теперь страшно. Варили-то правильно? Все по чину? Все как надо, с приговорами, да рецептура верная. Во! К нам ходили сначала девки невестины, потушить пытались. Потом мужик какой-то под вечер. А к ночи-то явился. Невеста порченная, так вот и тут враг явился. Че за мужик-то? А не знаю, не разглядел. Постоял вдалеке, ушел потом. У реки пиво-то ладили? Ага, у нее. А ты че, пойти собралась, да на ночь глядя? Задавит? А мужик не Александр ли, а? А ничего, я с божьим словом. Глядишь, и отступится лукавый. Ну, бог в помощь. К востоку от последней избы иди, не ошибешься. Ну что, в путь. В путь. В путь, только, наверное, сейчас я возьму вот эту штуку. Все-таки поставлю ее сюда. Ну и с божьей помощью пойдем. Карты даже не знаю. Снимает, вот, наверное, у Гасину сейчас я возьму вместо... одного Аваила. Пиво, целый чан пива, никого нет. На месте варки тихо, слишком тихо. Вы тревожно осматриваетесь. Здесь точно замешана нечисть. Не переживай, Васька, нас много с тобой. Сейчас травы дособираем. Разрыв, трава, то да сё. Сглаз. Здесь разжигают костер для варки пива. Подожди, разжигать. В этом котле до сих пор уйма недоваренного пива. Вы чувствуете злую силу, таящуюся под черной поверхностью. Давай сунем руку туда. Вы закатываете рукав и суете руку в котел. Ага. Но уже через мгновение с криком одергиваете ее. Вас кто-то укусил. Черт, бес там сидит какой-нибудь. Здесь лежат дрова, которые заготовили крестьяне-пивовары. Вы набираете немного дров. Это бочки с готовым пивом. Думаю, если удастся прогнать нечисть, тогда и пивовары смогут работу забрать. И все. Ну, наверное, да. Сейчас мы вот этого кусучего, сейчас мы подогреем. Выскочит, гад. Костер для варки пива. Вы подбрасываете дров. Теперь костер можно разжечь. Вы не можете разжечь костер. Все поленья прогорели, и нет сухой травы для хорошей. Чего? Как сухой? Вот смотри, сухая трава. Вот. Здесь лежит сухая трава. Ее можно использовать для разведения. Вы набираете немного сухой травы. Вот заторчало, да? Здесь разжигают костер для варки пива. Вы кладете сухую траву под котелок. Теперь вы разжигаете костер и делаете шаг назад.
Ну, сейчас выскочит. Выскочит! Бесячья твоя душа. Из котелка на мгновение показывается какая-то нечисть, но вскоре она вновь скрывается под маслянистой пивной пеной. Огонь гаснет от выплеснувшегося пива. Быть может, костер побольше вытравит беса? Быть может, костер побольше? Что за побольше костер? Надо еще дров или чего? Здесь лежат дрова, которые заготовили Крис. Взять, конечно. Дров чуть побольше. Сейчас мы тут эти и этот срубим ель, если надо будет. Здесь разжигают костер для варки пива. Вы подбрасываете еще дров. Теперь вы разжигаете костер и делаете шаг назад. А ну-ка. Сейчас закипит. О, уже все. Пошло. Давай. Ух ты, какой шарик. Пивная порча. Бог ты мой. С кем это мы связались? Пивная порча. Дед, ты такое видел? 275 хпшки. Броня из плоти. Тут мы знаешь что, дед? Ой, дедушка, у нас же нет, понимаешь, нет у нас тех карт, которые бы нужны были бы мне сейчас, да? Ну, это возьмем сразу же. Это возьмем тоже. Ну, это поскладываем, еще долбанем двадцаточку, но это будет... Что-то будет. Блин, порча мне срочно нужна. В руки мне нужна порча. Порчу 6 наносит. Ничего себе, мне нужно негативный срочно. Блин, ну мне... А, первая порча пришла, да? Слушай, ну давай так. 8, хотя бы 8 пускай будет. Игла, наверное, пока нет. Слушай, ну не знаю. Нет. Ну, а благословение же на порчу никак не отражается, правильно же? Давай рабу уберу, лишь бы мне карты пришли с порчей. У меня сейчас еще разложение. Представляю, сейчас мне будет весело как. Порчу 9 на меня. Порчу 9. На 8. Обалдеть. Блин, а что я сниму? Так. Трава моя, трава нужна мне какая-нибудь. Не, не такая. Сглаз мне не нужен. Порча 3 на противника. Так он не может быть под влиянием статуса порча. Он не может быть под влиянием статуса порча.
Ну, тут дело вообще совсем меняет, принимает другой оборот. Блин. Это плохо. Берег. Да, снял я вообще замечательно. Давай витийство. Ну, что делать, не знаю. Эх. Попали бы, дедушка, попали мы. Разложение и порча. Замечательно. Блин, ну как же так? А, ну если б я знал, ну что же делать, а? Так, для количества. Ну я не могу ничего, да? Я это не снимет с него. Это не снимет с него. Я могу, конечно, попробовать, но этого не будет. Хотя зачем боровяк? Мне придет карта, я попробую. Давай, ладно, завершить ход. Ну, нормально он так накидывает на меня, вообще просто. 37 защиты.
Будем глазить сейчас, да, дед? Петров крест попозже будем. Да. Убрал, убрал, убрал. Нет, не убрал. Нет, не то я убрал. Я убрал броню просто. Я убрал броню. Блин, разложение. Блин, нельзя убрать, да? Нельзя убрать. Мне надо снять порчу. Три на 20-60. Или еще пособирать за глаз, а? Пускай пока, наверное, полежит. Пускай полежит. Да? Короче, эту порчу я все выбрасываю, чтобы она уходила. А воила все равно тоже надо убрать. Игла крепкая, пускай будет. С остальным закончим. Порчу вычеркивает и все. Ты посмотри, гад какой. Двадцать пять. Надо с глаза набросать на него. Ух ты ж. Разложение порча. Ага, угу. Так, ну давай так. Разложение убрали, но порча осталась-то. С глаз у него уходит. Тридцать пять. Давай порчу убирать. Иначе мы как очуримся тут. Блин. Ждать с глаза еще, а? Надо накопить еще. Ну попробуем, попробуем накопить. Я все для порчи поставил, прям приготовился, приготовился. А
Лютая порча. Да что ты будешь делать, а? С глаз пришел. И дед сейчас, и я, и еще я. Блин, ну надо снимать. Сколько у меня там Петрова креста этого осталось? Вот для этого нужно, чтобы что-то было, что можно было бы чем ударить. 38. А, так снялся все-таки. Снялся, но слава тебе, я думаю, вечный не снимется, все нормально, снялось. Ну все, крышка тебе, Бульба, все. Я-то думал, мы это не пробьем, пробьем, все, готовься. Сейчас бы что-нибудь тут еще. Тогда моря глубины можно бить, можно бить. Или еще повредит. Да ладно, давай, будем бить. Сейчас с порчей мы его доконаем все равно. Все, с порчей ему крышка. Эти надо убрать, чтобы их не было просто. Сто одиннадцать выстрелила. 9.92. Порчу 17 на меня. Ничего себе наложили. 17 порчу. Очуметь. Ага. Ну дает. Давай, наверное, Петров крест. Так, и это. Это. Не, подожди, не с глаз, наверное. Порчу. Порчу, порчу, порчу. Я что-то подумал, что вечный не снимется. Был готов к затяжному натяжению с глаза. Нормально, все. Все. Навка. Секунду. Вернулся, вернулся. Крутится, да, еще этот пивной. Так, а что тут? Что тут, что тут? На полчаса отошел уже и забыл, что тут. Что мы тут решили-то? Порча 19, но не добьет. Глаз уже как бы не нужен. А, да ладно. Давай, ладно, так. 37, пускай будет.
Язык на самом деле так и не такой уж он и сложный. Блин, только я травы столько наглотался, а? Давно уж мы так травы не ели. Правда ж, да? 15. Ну все, до свидания. Вот, кстати, может быть слово «взять». Два слова. Может быть, даже и очень полезно. Порча падает на землю отвратительным комком зловонной шерсти. Этот бес явно был создан колдуном. Но кто может желать вреда Николаю? Вы отправляете пивоваров за уцелевшими бочками, нетронутыми порчей, а сами возвращаетесь в избу. Потом-то я позвала мужиков с Пакчи, когда беса прогнала. Ну, потом-то мы и поговорим за мужиков, и за Пакчу, и за бесов, и за все. Ну, потом. А сейчас скажу спасибо, что смотрели, и пока-пока. До новых встреч. Пока.